прошлой ночью что-то похожее на метеориты вошло в атмосферу Земли. Знаете, я слышал и другие теории, например, о разумной жизни. Да. Итак, дамы и господа, представляем вам Улей. Видишь малышку Рози сегодня утром? Друзья, я веду прямой эфир с места обитания пчелы Бейли. Пап, я видел в лесу еще один улей. А, покажешь мне потом, хорошо? Прости, это маленькая пчелка. На участке есть два улья и... Ох, па, Зой, уходите отсюда. Ну, как у всех дела? Те же проблемы, новый день, да? Зет, ты видел вчера комментарии? Видел. Мышь, это пришельцы? Давай не будем спешить. Круто, да. Тетя, смотри. Сейчас. Почему? Тут мышь о новостях про комету. Люди говорят много разного. Это пришельцы или работа правительства? Несомненно, кометы что-то несут. Это правительственные технологии. Все ученые в панике. Через сутки мы можем оказаться на другой планете. Ты мне сказки рассказываешь. Кометы не могут стать пришельцами. Подумай о детях. Не указывай, что делать с моими детьми. Я всегда буду защищать тебя и твоего брата.